Всем доброго дня. Сейчас я вам покажу, как делать макуху своими руками. Для этого понадобится такое приспособление нехитрое. Четыре пластины, два стопорных штыря. Покупается для этих целей вот такая вот штучка рассыпчатая. Труха макушная, или как ее правильно назвать. Рассыпчатая макуха. Можно сюда добавить мамалыги, манки, муки, короче, все, что считаете нужным. Сейчас будем забивать. Норма примерно 2 100-граммовых стаканчика. Забиваем, засыпаем, вставляем пластину раз. Утрамбовываем, пластину 2, стакан 2, утрамбовываем, утрамбовываем, пересыпал, зажимаем. Вставляем стопорные такие вот штуки, поджимаем слегка, и ставим греться минут 5 каждую сторону. На плитку. Так, прошло минут 10. Каждая сторона по 5 минут прогрелась. И теперь зажимаем ее до первой капли масла. Можно, конечно, сжать сильнее. Она не будет так сильно тогда точиться. Будет дольше стоять. Закручиваем. И ждем, пока капнет масло. Все, масло закапало. А теперь надо положить ее куда-нибудь на бетонную плиту, чтобы она отпускалась. Вот макушница остыла более-менее. Сейчас будем выкручивать уже брикеты. И вот получаются вот такие вот брикетики при выкручивании. Выкручиваем. И получается у нас вот такие вот брикетики. Можно делать тоньше, можно делать толще.